Оригинальный способ снизить количество случаев ДТП используют в Дербенте. Горожане, энтузиасты разместили макеты фигур детей возле пешеходных переходов у школ. Инициатором проекта является экс-сотрудник ГИБДД Аслан Рустамов. Он отметил, что идея зародилась после поездки в Ставропольский край. Я в мае месяце был в гостях в Ставрополе у своего друга в городе Невинномысске. Я когда проезжал, я увидел такие макеты на пешеходных переходах. И вот так у меня возродилась идея тоже сделать что-то такое, чтобы некоторые водители хотя бы соблюдали скоростной режим. Чтобы думали, что у них тоже дома есть дети. Пока макеты установлены у 8 школ города по согласованию с ГИБДД. Иногда водители невнимательно следят за дорогой, хотя ребенок в любой момент может появиться на проезжей части. По мнению организаторов акции, фигуры детей помогут автомобилистам быть бдительными на дороге и заранее снижать скорость на пешеходных переходах.